Великие здания, как и высокие горы, создание веков. Виктор Гюго, легендарный французский писатель, самая главная фигура французского романтизма. Дамы и господа, мы с вами находимся в штате Иллинойс, Мичиган. А сзади меня вы видите одно из самых потрясающих зданий, один из самых красивейших храмов в мире, Бахайский храм. Пожалуйста. Этот храм называют храмом всех религий, потому что он объединяет абсолютно все религии, что в теологическом значении есть такой термин, который называется экуменизм. Этот храм, его первый камушек был заложен еще в 1912 году, а самая основная стройка началась уже в 1921 году. Закончилось строительство в 1953 году, ну, в год смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Невероятно красивый орнамент представляет собой уникальность творения именно Бахайского храма. Бахайские храмы во всем мире, их 7. И самый красивый находится в Индии, в Нью-Дели. Он сделан в виде лотоса, который очень по своей архитектуре напоминает австралийскую оперу. На втором месте в мире именно вот этот Бахайский храм, который находится здесь, в штате Иллинойс, в Мичигане. Идемте подойдем поближе. Высота, если зайти буквально вот изнутри, это 42 метра. Но если с внешней стороны посмотреть, то это 120 футов, что в метрах означает 36,5 метров. Диаметр купола 17,5 метров. Работы были все сделаны вручную. И вообще цифра 9 в бахайской религии считается уникальной. Именно поэтому в этот храм есть 9 входов и 9 садов вокруг этого легендарнейшего храма. Пожалуйста. В бахайской религии самый первый храм, неудивительно, я так думаю, был построен первоначально в 1908 году в Ашхабаде. Но потом уже с приходом к власти большевиков, и когда не стало царской России, конечно же, были большие изменения, потому что это уже была одна из стран бывшего Советского Союза. Давайте подойдем поближе, потому что здесь... Покажите, пожалуйста, на арабском есть надпись. Вот буквально на арабском, вот на самом верху, пожалуйста. Не самый верх, вот буквально чуть-чуть выше. А написано так, если на английский, то перевод такой. Glories of glories, то есть великий из великих. Самая главная цель, это, конечно же, объединение всех людей в мире во имя добра. Я надеюсь, вам понравился видеоролик, связанный с этим вот бахайским храмом. Между прочим, 8-й храм уже, если в мире их 7, и, как я сказал до этого, самый красивый находится в Нью-Дели, вот этот храм считается второй по красоте, и во всем мире каждый храм не должен быть похож на другой, и каждый уникален по-своему. 8-й храм уже строится в Чили, и, наверное, уже скоро закончится строительство. Я надеюсь, нам с вами удастся поехать и в Чили. Мы сможем там также сделать вот такой же видеоролик. Если вам понравился этот видеоролик о бахайском храме в Иллинойсе, в Мичигане, то я прошу поставить свой лайк и подписаться на мой канал в YouTube Mr. Otabek TV. Внизу есть такая вот красная кнопочка, и там написано «Подписаться». Поэтому удачи и до встречи на канале Mr. Otabek TV.